Он был очень красив, я его не забуду. Бамиан, древний город, 3000 пещер. В скальных нишах две статуи, два исполина, два Будды. Символ вечности вер и забвения вер. В Бамианской долине цветут абрикосы, виноградные лозы, обвиты стволы, там журчат ручейки. Там ревут водосбросы, там дома, как чаинки, на дне пиалы. Даже солнце весь день не горит, а сияет, даже ветер всю ночь только дышит слегка, и дорогой царей под ногами проплывает ожерелье долины, те ее облака. Будто все впервые 15 столетий, время не пощадило их каменных лиц и надменным покоем. На путника светит пустота их изъеденной ветром глазниц. Будды были одеты и в глину, и в злато. Злато сняли монголы, а глину и трам. Будды были бедны, Будды были богаты, Будды были богами. Их память быстра, величавы, горды, неподступны, всевластны, хороши истуканы. Но выхватил взгляд человека внизу, был живым и прекрасным, запрокинувший голову русский солдат в Бамианской долине.